Привет всем, с вами Рик, и мы продолжаем проходить игру Детройт «Стать человеком». Вот, давайте поехали дальше тогда. Узнаем историю дальше, что там будет происходить. 5 ноября 2038 года. 16:53. Как это наш дом? Так, открыть дверь. Кара. Или Кэра. Так, используйтесь. Ну. Ты идешь? Подойти к Тоду. Так, нашего хозяина зовут Тод. Хорошо. Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. А чё ж так довёл? Готовка, стирка, глажка и все по части. Чтоб её, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Так, ну давайте просканируем. Так, срочное поручение собрать мусор. Дополнительное поручение собрать посуду, включить пылесос, осмотреть задний двор. А, ну давайте уборкой заниматься. Так. Телевизор. Так, здесь что у нас? Давайте собирать посуду. Вымыть посуду, включить пылесос. Да. Так, задействовать. Может. А это смотря что надо. Так, посудомоечная машина не работает, ясно. Отсутствует деталь. Заказ. Ну да. Заказали. Я достану. Ладно. Хорошо. Завтра подвезу. Да, на том же самом. Помоем посуду. Натираем. Хоть здесь посуду помоем. Так. Алиса. Да, тот. Пиво мне холодного. Слушаюсь. Да что? Так, ну давайте пиво принесем. Буржуй. Сидит, принеси, подай. Хоккей смотрят. Чего вылупилась? Может, хоккей мы не видели. Катись отсюда нахер! Катись отсюда нахер! Вернусь к работе.
Че такой грубый? Так, пылесос включили. Так, вымыли посуду, так и смотреть задний двор. Так, у нас еще убрать все со стола. Алиса! А ну прекрати сейчас же! Какой грубый. Она всегда меня нарочно бесит. Вот нарочно. Собрать мусор в корзину. Это мы все собрали, что ли? Чуть как-то все было, как и осталось. Весь мусор на столе. Так, здесь моторы можем? Нет. Ладно. Так, убраться на кухне. Так. Теперь здесь уберемся. Такой вот телек я тоже хочу себе. Но он дорогой. Да хватит уже тут маячить! Простите, этого больше не повторится. Так, не забрали. Какая жалость. Так, мусор забрать. Так, кредитные карты. Так, вот я хочу вам задать вопрос. Вы бы хотели бы себе андроида вот такого купить? Как бы на наши деньги получается 450 тысяч, чтобы помогал по дому, на работу вместо вас ходил. Напишите в комментариях. Если бы вы хотели бы себе андроид. Так, поговорить с Тоддом. Так, нет. Так, давайте осмотрим задний двор сначала. Что это? Так, в задний двор сходим. Так, принести одежду. Так, это нам туда, это что там такое? Это кто там?
одежду заберем. Перестирать белье. Так, поговорим с Алисой, если получится. Тебе скучно? Хочешь, поиграем? Любишь здесь играть? Что-то случилось с Алисой. Надо будет узнавать, что случилось. Говори с Тодом, иди, что у нас. Так, стирка. Красный лед, ацетон, литый тирион. Что случилось? Ты лучше не сунь нос в мои вещи, а то я психую. Простите, Тодд. Не лезь в мои личные дела, если не хочешь разозлить. Хочешь разозлить? Нет, Тодд. Придурок какой-то. Бедный ребенок все это видит. Так. Дополнительные поручения мы выполнили. С этим придурком идти разговаривать. Он наркоман. Так, поговорить с Тоддом. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маячь перед носом. Так, что нам там? Срочно убраться в комнате Тодда, убраться в комнате Алисы, убраться в ванной. Ну, пойдемте на второй этаж. Такое ощущение, как будто Тодд причастен то, что ее сбила машину Кэра. Что-то, наверное, увидела или натворила. Здесь мы узнаем все. Узнаем причину. Так, что у нас здесь? Так, ну пойдемте в ванну. Убраться в ванной. Так, это у нас что? Ванна? Так, расставить бутылочки. Сложить грязные вещи.
сделали? Вымыть пол. Мы в ванне все сделали. Так. Пойдем к Алисе в комнату. Так. Чего там? Так, убраться в комнате Алисы, забрать кровать, проветрить комнату. Ладно, проветрим. Так, дальше. Что у нас? Домик Алисы. Где можно прятаться? Так, здесь что у нас? Алиса. Ладно. Пойдем комнату Тодда убирать. Так. Заправить кровать. Мультики идут. Будем смотреть мультики. Так, следующее. Что у нас там? По данным Министерства труда, в октябре работали жилищ еще 225 тысяч наших соотечественников. И уровень безработицы достиг 37,3%. Окей. Так.
антидепрессант. Так, ствол. Так. Такой разблокирует диалог или действует, это нередко бывает полезно. Ладно. Спорт. Найденную статью можно перечитать в разделе дополнительные. Ну-ка, сейчас, секунду. Все, больше мы не можем взять. Ладно. Больше ничего. А вот что-то. Гитара. Читать. Следующее. Android Quarterback. До сих пор американский футбол противится внедрению андроида в спорт. Ясно. Последние инновации Киберлайф вызывают у поклонников компании Бурного Острова. Ясно. Ладно. Кому интересно было, можно на паузу нажать и прочитать. Здоровье. Вот урод. Так. Так, я хочу поговорить с Алисой. Она такая пугливая. Что-то точно случилось здесь, что она боится. Ладно, не хочет с нами разговаривать. Вижу, ты любишь читать. Больше ничего здесь нет. Так, больше ничего нет. Так, ну, убраться в комнате мы это сделали. Выбрались. Еще что-то там. Что-то. Так, мы убрались. Теперь что нам? Поговорить с Алисой. Теперь можно поговорить с Алисой. Ладно. Дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Так. Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивое. А почему такое? А где твоя мама? Когда она придет? Плохой. Расскажи мне о себе. Во что играешь? Где гуляешь? Что ты любишь есть? Мне это важно. Хм.
Можем заглянуть. Сундучок. Отец избила мать, и она умерла за это. Да. Или это Кэрон? Это значит Кэрон. Иначе он нас бил. Жестокий человек. И по его вине мы попали под автомобиль. Но мне кажется, это вранье. Что он приложил руку. Что так избил, что... Да. Надо было собирать по частям. Чего делаешь? Я играю. Играешь. Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Да. Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Успокойся. Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь? Успокойся. Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, наркотиков я тебя люблю. Накурился, а теперь крыша едет. На бедного ребенка я отрываюсь. Давайте, ребята, на этом серию закончим. Увидимся уже в следующей серии. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не забывайте подписываться. С вами был Рик. Увидимся в следующей серии. Всем пока.